18 февраля сотрудники органов внутренних дел на транспорте отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня подразделению исполняется 103 года. За время своего существования транспортная полиция претерпела многочисленные изменения и реорганизации, всегда отвечая на новые вызовы времени. Главной задачей подразделения уже многие годы остается противодействие преступности и защита граждан от противоправных посягательств на объектах транспортной системы страны. Знакомьтесь, это Ольга. Ольга служит инспектором специализированного отдела по охране общественного порядка линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Она занимается выявлением и пресечением правонарушений и преступлений. Оказывает содействие по выявлению граждан, находящихся в федеральном розыске. Проверяет оружие перед оформлением акта по перевозке. Выявляет вещи и предметы, запрещенные к перевозке и подлежащие изъятию. Кроме служебных навыков, которые Ольга применяет на работе, у нее есть вокальный талант, который она развивает в свободное от работы время, занимаясь в культурном центре МВД России.
А это Оксана. Она командир отделения по охране объектов органов внутренних дел линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Оксана занимается охраной здания, контролем соблюдения пропускного режима, въезда и выезда служебного автотранспорта, ведением служебной документации. Оксана воспитывает сына, а еще очень любит петь, поэтому в свободное время всегда старается найти возможность для занятий вокалом. Время.
Подруга, ой, не отдай меня, мать, а то друг...
ты жужжишь, жужжишь, жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь, жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь. А ёкала летаешь, а прочь не летишь, и ёкала летаешь, а прочь не летишь, летишь, жаль, жаль, жалко мне, а прочь не летишь, жаль, жаль, жалко мне, а прочь не летишь. С тобой мы проехали.
запылили кругом на копытели, даже толком дороги не видели. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание. Так бывает, кто-то что-то делает не так. Вместо правильной работы с пушкой грабит банк. Собирает дома бомбу, сеет зло в сети. Запрещенное растит. Но ни один бандит от нас не убежит. Ни в полдень, ни ночной. Осторожно вор крадется в темноте дворов, но в засаду попадется храбрых оперов. Если честно, жить не хочет хитрый гражданин, значит, мы придем за ним. Но ни один